Какие вещества полезны для зрения? В каких напитках они содержатся? Какие травы полезны для глаз? Смотрите видео до конца, расскажем, что нужно для сохранения остроты зрения. Большую часть информации человек получает через глаза. За счет зрения люди имеют представление об окружающем их мире. С возрастом происходит ухудшение остроты зрения, появляется расплывчатость контуров предметов, страдает сумеречное зрение. Чтобы не допустить нарушений зрительного восприятия, необходимо обогащать организм полезными для глаз веществами. Какие вещества полезны для зрения? Чтобы глаза меньше уставали, лучше переносили нагрузки, для питания сетчатки необходимы витамины и минералы. Витамин А укрепляет роговицу, помогает регулировать световое и сумеречное зрение. Витамин В1 улучшает нервную проводимость между глазами и головным мозгом. Витамин В2 способствует хорошему кровообращению в сосудах глаз. Витамин В6 поддерживает работу сосудов и нервов. Витамин С укрепляет стенки сосудов и защищает глаза от яркого света. Витамин Е провоцирует восстановительные процессы. Бета-каротин и лютеин борются с возрастными изменениями. Цинк и селен способствуют антиоксидантной активности. Антоцианы оказывают восстановительное и сосудорасширяющее действие, положительно влияют на зрение. Флавоноиды укрепляют сосуды и коллагеновые волокна. Полиненасыщенные жирные кислоты стабилизируют стенки мембраны клеток. Чтобы не ухудшалось зрение, следует прежде всего правильно питаться. Среди всех продуктов, употребляемых человеком, больше всего полезных веществ содержится в овощах и фруктах, ягодах и плодах. А наиболее легко всасываются в кишечнике и усваиваются клетками те вещества, которые поступают в жидком состоянии. Именно поэтому для зрения полезно использование некоторых напитков. Перед продолжением просмотра приглашаем вас подписаться на канал. В каких напитках содержится полезное для глаз вещества? Конечно же, на первом месте соки и смузи, приготовленные из отдельных плодов или смеси ягод, фруктов и овощей. Единственным условием является то, что приготовлены они должны быть в домашних условиях. Пакетированные, покупные, восстановленные не подходят. Свежевыжатые соки можно разбавлять кипяченой водой, смешивать. Применять их надо сразу после приготовления, не подвергать термической обработке. Особенно полезны именно для глаз голубика, черника и земляника. Калина, смородина, яблоки, абрикосы, томаты, морковь, свекла, лимоны и апельсины. Среди других напитков содержат полезные вещества для глаз зеленый чай, особенно с медом и лимонным соком, отвар из плодов шиповника, медовая вода, сделанная из чайной ложки меда и стакана воды комнатной температуры, черный чай с лимоном и имбирем. Какие травы полезны для глаз? Для улучшения зрения можно делать отвары и настои из следующих растений. Настой из цветков календулы, чайная ложка сухих цветков на стакан кипятка, отвар из молодой крапивы, укропная вода, сделанная из семян растения, настой из болотного аира, который приготавливают, заливая 250 мл кипятка 3 маленьких ложки измельченных корешков, настой из порыша из столовой ложки сырья, заваренный стаканом кипятка, отвар из корней и листьев одуванчика. Применяя лекарственные травы, необходимо убедиться в отсутствии аллергии на них и противопоказаний в применении со стороны внутренних органов. Правильное питание, употребление сырых овощей и фруктов, соков и полезных чаев обогатит организм полезными ингредиентами, улучшит состояние здоровья в целом и органов зрения в частности.